Красота! 4 ноября, 16 год, Харьков, день железнодорожника. И в честь такого праздника раритетный поезд. Харьков — город шумный, центр Украинской Республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Из письма отца Федора, писанного им в Харькове на вокзале своей жене, уездный город Н. Очень громко. Прям как адмирал Кузнецов. Очень было громко. Пап, ты тоже читал? Да, есть такое дело. Это реально. Это не поезд, а какой-то душа. Ну, пошли теперь в музей. Это не поезд.